Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами проектом. Здесь, в этом проекте, друзья, предзапуск. И этот проект нам дает по 25 центов за каждого привлеченного партнера на 7 уровней в глубину. Пока идет предзапуск. Я уже переводить здесь не буду. Кто захочет, переведете и почитайте. Если вам поможет мое видео привлечь партнеров, можете заливать себе на канал и приглашать партнеров. Давайте перейдем к регистрации. Нажимаем Sign Up. Регистрация здесь простая. Сейчас загрузится страничка. Имя пользователя. Email. Имя, фамилия. Страна у меня стоит по умолчанию. Российская Федерация. Разгадываем капчу. Ставим галочку. Заполню все поля. И после продолжу. Смотрите, я заполнила все поля. Электронный адрес. Имя, фамилия. Страна у меня встала по умолчанию. Разгадала капчу, поставила галочку. Нажимаю регистрация. И меня просят перейти на почту и активировать кабинет. На почту, как я поняла, должен прийти пароль. Так что я опять нажму на паузу и после продолжу. Значит, мне, друзья, пришло такое вот письмо. Значит, вы были одобрены и теперь можете войти в систему по следующей ссылке. Вот сюда я нажму. И здесь они мне пишут, что реферальная программа по 0,25 центов по 7 уровней левел. Так. Поставлю опять на паузу. Может, пароль будет высвечиваться. Ну, такое видео будет с паузами, пока регистрация. Пароль я вставляла, друзья, сама. Свой вставляем. Не было здесь ничего. Просто вот здесь электронный адрес. И вставляем. И нажимаем. Все замечательно. Должно перебросить в кабинет. Это я вам показала, как делать регистрацию. Письмо я ждала минут 5-7. Значит, они там проверяют электронный адрес. Должен быть действующий. Сейчас страничка загрузится. Я нажала логин. У меня здесь email, пароль. Выбираем, значит, язык. English, почему? Ага, вот здесь можно. Вот Русия, русский. Галочка. И логин. Долго грузит у меня. Загрузилась у меня страничка, и я попала в кабинет. Значит, здесь наша статистика. Сразу вот здесь, наши друзья, находится партнерская ссылочка для приглашения. Берем ссылочку, делимся с друзьями. И за каждого приглашенного партнера нам начисляют 25 центов. Вот здесь все расписано. Так. Далее что? Давайте здесь пройдемся по вкладочкам. Так, здесь компания. Что у нас здесь? Баннеры, ссылки, рекламные материалы. Так, компании. Здесь какие-то у нас... Если мы будем вот этим делиться, я так понимаю, размещать в соцсетях, нам тоже будет что-то капать. Ну, не суть. Так, здесь комиссии. У меня здесь все пусто. Ежедневный отчет будет у нас здесь.
как бы у меня все по нулям. Персональные детали, что у нас здесь? Угу. Язык здесь, что у нас? Пароль поменять можно. Так, Елена Смирнова, все. А можно загрузить аватарочку, нажать сохранить или удалить изображение. Так, далее я возвращаюсь, друзья, на главную и хочу вам показать. Здесь тоже вот наша статистика. Это потом уже, когда будут партнеры, мы будем смотреть. Так, вот сюда на синие буковки мы нажимаем. Нас перебрасывает на страничку. Переводим мы текст на русский язык. И что мы будем читать? Ну, здесь как это я и говорила, что нам будут начисляться до 7 уровней в глубину по 25 центов. И далее что? Как работает Tamado Revert? За каждую успешную регистрацию, ну опять так, 25 центов сейчас. Эта компания ограничена до 500 тысяч участников. Tamado будет основываться на критериях оценки, таких как IP-пользователей. Значит, никаких накруток, никаких ботов. Мы это понимаем. Они все это, друзья, будут проверять. Не так нам просто будут начислять вот эти 25 центов. Так, открытая почта, чтобы была действующая электронная почта. Вход в систему приборной панели, повторный вход в систему, обмен ссылками, совместное использование компаний, обновление контактной информации, представление людей, чтобы оценить, является ли этот участник реально или нет. Они будут всех наших приглашенных проверять. Так, утверждение этого участника в течение 30 дней. Наши вот эти денежки, что нам будут начислять по 25 центов, они будут заморожены на 30 дней. Ну, когда вот они наберут 500 тысяч участников, вот эта халява вся закончится наша. Деньги наши заморозят на 30 дней, так как будут проверять... Ну, всякие бывают люди. Кто-то накручивает. Я вот не умею этого делать и даже не знаю, у меня мысли такого нет. Так, на 30 дней. После чего буду доступны к выводу. Также, что они... Ну вот, работают активно. Будут утверждены для учетной записи. Более легко и быстро. Tamado Network имеет полное право принимать меры. В случае чего они могут сделать КУС. А это значит загружать документы, чтобы проверить личность данного человека. Чтобы не было фальшивых учетных записей. Мы понимаем это правильно. Такие деньги, конечно, вот до 7 уровней по 25 центов. Так что спешим. И тут тоже прочитайте правила рефера. Вот. Далее я вернусь. Сюда и здесь вывод, друзья, доступен. Так, детали платежа. Вывод доступен здесь на PayPal и Bitcoin от 10 долларов. Минимальная выплата 10 долларов, друзья, будет. Вот, я думаю, можно поучаствовать в этом проекте на халяву. Приглашаем, берем партнерскую ссылочку. Главное работать честно, я считаю. Берем партнерскую ссылочку, делимся и приглашаем. За каждого приглашенного участника нам начисляются по 25 центов в глубину на 7 уровней. Так. Далее, когда они набирают 500 тысяч участников, наши денежки замораживаются, они это все проверят и потом будут доступны к выводу. В принципе, на этом все. Кому интересно, присоединяемся. Ну, не интересно, друзья, проходим мимо. Здесь вот баннеры, также компании, это все можно просмотреть. Уже сами тут, друзья, покликаете и все просмотрите. Вот баннеры здесь, это все. До новых встреч!